Ой, это опять Зинаш. Никак не распрощаемся. Время 10:30. Вот с кухни сняла москитную сетку. Сейчас я делала прикрыть, решивала. Видите? Вот. Порвала. Вот, порвала. Видно, нет? Вот. Когтями прыгала. Сейчас убираю резинку. Ой. Да, пришла рядом, лежит виновница. А? Вон она стоит, деловуша моя. Симона? А? Симона? В упор не слышит. Это ее не касается. А, касается? Ой! Ой! Деловуша. Фуф, пыльная. Валялась на полу. Вот. И видите? Ой, сейчас как показать вам. Вот, пришила. Сейчас. В сарае нашла вот последний кусочек такой. Как раз хватило. Хотела двойную сделать. А потом зачем? Это все зашивать надо будет. Я где-то там пришила их. Вот здесь вот. Вот это сейчас отрежу. И закреплю ту. Сейчас. Вам показывать, не показывать, она покажется, не покажется. Как подрезать так, чтобы... Ножницы не взяла, вот взяла из дома эти маленькие. Как он? Ножницы, не ножницы. Они только для ниток хороши. Вот сейчас придется... А то вечером на ночь охота открыть кухню, чтобы два окна просквозило. А здесь дырки, и боюсь, комары налетят. Ой, все, нет. Вот. Вот, отрезала, видите? Вот дырень. Это она так, вот так, когтями подпорола. Это вот нижняя часть. Вот они, видите. А теперь, вот отрезала, видите. Вот эта старая часть, вот эта новая часть. Ой, гуси чу раскачались. Теперь надо будет резинку уплотнительную зафигачить и потом уже обрезать ненужное. Вам не видно, наверное, да? Сейчас я вас чуть-чуть ниже сделаю. Вот так вот. Вам там все равно не видно. Сейчас я вам покажу. Так переверну. Ой. Ой! Так, мне неудобно будет, но зато вам видно будет. Так, вот это надо. Как бы мне. Видно вам, нет? За отверткой, блин, подвал. Возле подвала сижу, неохота в подвал идти. Он хвост, видите? Стоит. Красота моя. Думает, куда бы пойти, куда податься, кого бы найти, кому бы отдаться. Ой, ребят, что-то мне так неудобно, чтобы и вам показывать.
Это надо вот так вот. Это мне совсем неудобно. Сейчас я ногу закреплю. Вот лень, матушка. Сижу возле подвала. И в подвал ведь лень сходить. Да. Куда поскакала Симона? Деловая, блин, колбаса. Так, вот это. Вот это. Так, наверное, сейчас закреплю. А потом буду натягивать. Ой, ребята, блин. В подвал бы спуститься. Вот дожилась, а. Лень задницу поднять. Ладно, вот так будем. Натяг надо. Что там видно вам? Нет? На кухне поставила косточки собакам вариться. Вчера же макароны вечером. Не говорила вам. Вчера вечером макароны с луком пережарила. Посолила, поперчила. Добавила воды и как плов. Вечером поела. Оу. А утром. Оу. А утром в эти макароны вбила 3 яйца. Ну, утром, а сколько утром? Час назад, наверное. Когда с огорода пришла. Не с огорода, от бассейна. Взяла туда, вбила 3 яйца. Поела. Остатки же неохота. И вот в морозилке нашла еще там. Еще один пакет остался костей. После 40 дней надо будет, наверное, в орбиту съездить мясной. Купить еще пакет мясных обрезков. Там косточек, обрезков собакам. И заполнить морозилку. Вот вроде сделала. Ладно, здесь натянула. Теперь по бокам надо. В прошлом году безвыходное положение было. Смотрите, старые москитные сетки уже. Ой. И порвались, и там, в общем, негодность пришли. Потом увидела ткань такую, она как леска. В строительном магазине у нас. Купила наобум, по-моему, 2 или 3 метра. И вот на некоторых окнах поменяла. А вот здесь в спальне, по-моему, не меняла. Там просто дырочки подшаманила. Вам все равно там не видно, друзья. Где вы там? Я сижу. Вам ничего не видно. Вот так вот. Вот так вот. Так. Так. Теперь вот эту сторону нужно будет натянуть. Ой. Вот эту сторону натянуть.
не знаю, или на улице с утра хожу, вроде не так жарко. Это если дома полежишь в тенечке, ну, в прохладе, потом на улицу уходишь, и вроде дышать нечем. А когда весь день на улице ходишь, хоть тенечки, не так жарко вроде. Ну, так же, как и кондиционер. Хоть в машине, хоть дома. Дома ходишь хорошо. На улицу выходишь, все вздыхаешь. Так и здесь. Ой. Сейчас на паузу поставлю, друзья, вас, потому что сил нет уже там. Неудобно так. Ой, друзья, все. К себе перевернула, но мне что-то не нравится эта рама. Решетка сама что-то трещит вся. Надо аккуратнее. Вот. Резинку вдела полностью. А теперь надо ее обрезать. Я почему решила записать? Ну, для меня, например, в прошлом году я сама первый раз меняла эту москитную сетку. До этого не умела. Ну, не то, что не умела. Такой необходимости не было. А сейчас, думаю, сниму. Ну, кто его знает. Может, кто-то тоже не связывался с этими москитными сетками. Как говорится, глаза боятся, руки делают. У меня брат покойный. Ой, даже язык не поворачивается, спокойно сказать. У него в общежитии одна такая сетка. Я когда сама себе сделала, он говорит, как ты себе сделала? Ой, молодец, блин. И вот такие кусочки оставались. Он говорит, ты мне кусочек привези, у меня там сетка тоже внизу порвалась. Вот. На солнце же выгорает. Я ему привезла в прошлом году, 3 сентября, как раз у мамы день рождения было. Поехали к маме. А он в тот день что-то встал не с той ноги, наверное. На меня наорал ни с того ни с сего. К маме поехали. Он там концерт устроил. Что-то на моих детей там тоже начал гнать. Вот, я психанула, уехала. Потом, наверное, месяц с ним не разговаривала. Через месяц он приехал сам сюда ко мне. Прощения просит, говорит, Динаша, я не знаю, что со мной случилось. Почему, говорит, я наорал на тебя, на твоих детей. Ой, друзья, не знаю, почему это все было. И в тот день, когда вот у мамы день рождения было, приехал домой. Вот. Ну, где-то недолго там побыли, блин. И вечером в 9 часов у меня что-то правая сторона сбоку живота как начала болеть. Я думаю, блин, аппендицит, наверное. Мне не вырезали аппендицит. Вот маме и брату вырезали, папе и мне не вырезали. Думала, аппендицит, ну, пройдет, вот пройдет, вот пройдет. Оно где-то 8:30 или 8 началось, наверное. И уже к часам 9 уже все не выдержала, позвонила в скорую. 9 раз за разом звоню, мне хуже. Подумала, пока я еще хожу, пошла, собрала сумку, думаю, вещи в больницу. Тапочки, халат, такое все мыльно-рыльные. Вот. И потом уже говорю, 11:30 уже не выдержала. Думала, скоро придет, думаю, как зайдет, собак потом как выпускать. Потому что я думала, все, аппендицит, меня заберут в больницу. Взяла дом, закрыла, сумку взяла. Взяла вот этот стульчик, который подо мной раскладной. На улицу вышла, ворота закрыла. И разогнуться встать не могла. И вот этот раком так загнулась, на этот стульчик облокотилась. И думаю, если даже скоро приедет, этот стульчик сложу и через забор перекину. И тут соседи, темно же, 12:30 ночи уже. И соседский сын проходит, прошел, посмотрел, потом говорит, темно же. Он говорит, иди наш, вы? Я говорю, я. Он говорит, что вы здесь на улице? Он думал, что я потерял что-то. Раком загнулась.
Я говорю, да, вот так вот плохо, скорую вызвала, с 9 часов не могут приехать. Ну, пацан, он сыном моим ровесник. Ой. Он позвонил, потом его друг подошел. Они там матом, мат на перемате. Тут женщине плохо. Где ваша скорая? Они говорят, а она отказ. Позвонила, сама отказалась. Они говорят, Тате, вы что, отказались? Я говорю, как я могла отказаться, когда я здесь стою, вздыхаю? Вот. И, в общем, они там крик, шум подняли. Через 5 минут скорая приехала. Вот. Хочу этот зашить край. Вот этот, который я пришила, отрезала. Ой, что-то плохо видно. Нитку бежевого цвета взяла. Вот. И скорая приехала. Я помню, что мы ехали. Помню, что мы приехали. Потом помню, что меня в палату привезли на каталке. Вот. Там в палате, наверное, человек 10 лежало. И потом утром уже систему поставили, не знаю, они мне в приемном покое систему ставили, потом палату привезли, в систему поставили, уколы какие-то делали. Потом вроде как уснула, проснулась. В сентябре же, это был 3 сентября, уже 4-го проснулась. А у меня как раз здесь гусята, вот 19 штук вылупились, ну, вывела в инкубаторе. Потом их родители, четверо, это 23. Потом там еще индюки у меня вылупились. Утки были, ой, дурдом был. Кошка, 2 собаки. Они все-то голодные. Я вечером, правда, покормила собак. Собак, кошку покормила. Я говорю, там врач молотой. Я говорю, ребята, сынок, говорю, я поеду домой. Я говорю, что у меня было? Я думала, аппендицит. Он говорит, нет, у вас, говорит, камни в почках были. Я не знаю. Туалет по-маленькому ходила, там не кровило ничего обычно. Когда песок, камни входят, кровит же. Вот. Даже катетер, когда ставят, хоть мужчина, хоть женщина, кровит. Они говорят, у вас, говорят, камни вышли. Хотя, я не знаю, как вот. Раньше, когда в урологии лежал с почками, там кому дробили камни лазером, потом в баночку заставляли по-маленькому ходить, чтобы видеть, там песок или камушки есть. А тут ничего нет, а самое, я говорю, ладно. Я говорю, у меня ничего не болит, поеду домой. Она говорит, а если вам плохо станет? Я говорю, ну плохо станет, скорую вызову опять. Вот. К чему я это начала рассказывать? Ну, а к тому, что вот сетку шила. Брат никогда этим не занимался, вот 3 сентября как раз. А, да, с этого началось, наверное. 3 сентября по пути к маме. Я ему сетку привезла, кусочек и метровый кусок. Вот я не знаю, почему он на меня так психанул. Ну, бывает, люди не с той ноги встают. Но хотя я такой себе лишнее ничего не позволяла. Вот такие дела. Поэтому, думаю, сниму. Домой не хотелось нести эту сетку, потому что ну, на пыльной ее нужно помыть. Вот, Фан-Фан, сейчас включу лейку, полью, и потом вставлю. А так, думаю, сниму. Кто его знает? Может, кто-то кому-то нужно будет. А когда уже увидишь, когда кто-то что-то делает, вроде как полегче. Вот, а теперь, видите, 2 кусочка сшиваю. Серую нитку пожалела, взяла такую желтую. Ладно, бог с ним. Пускай желтая будет. На следующий год, может, куплю опять москитную сетку. Поменяю на всех окнах тогда. Цельными кусками.
Не знаю, там. Ой. Вот здесь бы траву покосить газонокосилкой. Но там колесо сломанное. Ну, в принципе, можно. Одно запасное колесо же у меня в машине так и валяется в пакете, как образец. Так после 40 дней потом уже нужно будет поехать на барахолку купить. Или два колеса, или четыре колеса. Посмотрю. Вот. Так. Симона моя лазит в малине. Я туда шланг бросала. Сейчас грязная, как свинья придет. Курятник закрыла же собак. Она все там кружится возле них. Симона! Ну вот я почему-то свою кошку, вот это на кс-кс-кс, никогда не звала. Симона! Симона! Ты посмотри, больная что ли, а? Она прям, Кель! Кель, ням-ням берем, Кель! Кель, чикуни! Ой! Симона! Ты посмотри, она прям к собакам в этот в курятник заглядывает и все. Бестолочь. Оттуда вон гуси идут. Такие, друзья, дела. Вам вообще ничего не видно, да? Так сделаю, видно вам будет. Ой. Сейчас тебя там гуси нападут все, ходишь там. Ой, как неудобно, ребята, сшивать. Еще хорошо такую, знаете, немножко кривенькую иголку взяла. Когда одеяло сшила, стегала, видимо, иголку сильно выворачивала, она тоненькая, и погнула. Вот ей еще. Она как подковка. Кель, Кель. Она как подковка. И ей еще более-менее шить так. Оу! Что там? А, Симона? Деловуша. Все, друзья. Дошила. Дальше уже. И иголка толком не идет. Раз, два, три. Все. Все, все, все. Все, все, все. Все, друзья мои, закончила сетку. Видите, она вот так теперь выглядит. Вот. Где вы? Вот. Полоска на солнце. Видно? Вот она, видите. Залатала. Здесь ровненько теперь. Ой. Все, где вы там? Уф. Все, ребята, духота уже. Здесь под навесом сижу. Хороший навес, правда, сделал мне. Навес был здесь маленький, низкий. И вот этот железный профлист весь дырявый был. Спускаешься, и на тебя вода капала. Тут я купила хороший такой дорогой профлист. По-моему, листа 4. 4 листа, по-моему, купила. Или 2 листа, они по 6-метровые. Вот, сделали.
Везде, друзья, нужны руки. Там вот яблони многие. Не многие, большинство. Это от прежнего хозяина осталось. Я там сажала только вот две груши. Там миндаль, абрикос в этом году, там яблонька. Потом пересаживала оттуда вишни. Вот там купила одну вишню. Говорила, что три абрикоса и три ташкентской вишни крупные покупала. Одна вишня осталась. Чего ты ноешь? Мау. Мау. Горячая. У кошек своя температура 39 температура тела. Вообще эту мадам надо было бы покупать. Искупать ее, что ли, сегодня? Ой, недовольна, иди в баню. Наверное, дома не буду купать. Я искупаю ее в бане. В тазик сейчас воды наберу там. В шланге горячую. Искупаю ее. И беседки закрою, пускай на беседке сохнет. Чтобы не простыла дома. Фух. К дому пошла и стоит, кричит, чтобы ее открыли. А гуси мои, смотрите. Сейчас я покажу вам. Видно, не видно будет. Она нигде. Видно вам, друзья, нет? Вон они, да. В тенечек пришли. Я там подмела с утра, видите? Пришли, встали, как копанные. Все, друзья мои, пошла я. Помою сетку. Сетку помою, сполосну. Не помою, а сполосну. Повешу. Пойду домой. Там у меня косточки варятся. Наверное, полежу. Рано встала. Сегодня то говорю, что в 3 часа. 3 часа проснулась, поскакала с фонариком к бассейну. Потом 5:30. У меня там шланг бросил под яблоню. Надо шланг перекинуть на другую яблоню. Да. Ладно, пойду. Давайте, друзья. Пока.